Добрый день, дорогие друзья! Сегодня выдам в эфир информацию, потому что так того требует Бог. Очень много людей сейчас болеет. Болеет тяжело, болеет, не глядя ни на все современные достижения медицины. Помощь как-то, вроде и лекарства есть, и оборудование есть и так далее, а помощь как-то проходит мимо, и человек очень быстро сворачивается и собирается уходить на инкарнацию, не знает, что происходит и так далее. И как-то роль целителей вот в этих условиях, она начала смещаться. Мы сегодня будем говорить об этом, и я дам конкретную технику для тех, кто тяжело болен. Дам, потому что второй раз повторять не хочу, потому что сама сталкивалась в жизни уже неоднократно с людьми, которые вытянули себя из тяжелых состояний, из тяжелых болезней, и с людьми, которые благополучно ждут отправки на тот свет. И это выбор человека. Я уважаю любой из выборов, но сегодня я дам вариант, как и где искать проработки и что надо делать для того, чтобы глобально начать работать со своим здоровьем. А начнем с общего. Смотрите, в нашем обществе есть представление. Я заболел, значит, я прихожу к врачу, врач меня должен вылечить. Врач типа лечит, он выписывает лекарства, либо проходит какие-то операционные вмешательства, либо-либо. То есть острое состояние у человека снимается, нивелируется, после чего человек переводится в определенное хроническое состояние, и дальше годами он периодически обращается к врачу, выписывает лекарства, поддерживает свою жизнедеятельность, и вроде бы как бы так он и живет. Худо-бедно, на лекарствах и на игре, сходив в поликлинику. И играют в эту игру миллионы. И это считается нормальным. Кому-то врач больше внимания уделил, кому-то меньше, с кем-то больше поговорил, с кем-то меньше поговорил. Но у человека есть представление, что вот так, и будет достигнуто выздоровление. Но почему-то даже при элементарном переломе, там сломали вы какую-то косточку, да, врач наложил вам там лангет, у вас вот там все это зажило, в гипсе походили, а потом всю жизнь вы живете, у вас болит эта косточка, реагируя на изменение давления, погоды и так далее. Так что же такое в этой косточке не то, да, что она продолжает болеть и напоминать вам о вот этой травме? Дело в том, что в психике нашей есть механизм определенный, когда там хранится информация по тому, зачем вам нужна была вот эта вот травма, вот эта вот болезнь, вот эта вот ситуация и так далее. В этой жизни нет абсолютно ничего случайного. Абсолютно ничего случайного. И получается, что человек, проживая определенный опыт, если он не закрыл травмирующую ситуацию, а для того, чтобы закрыть травмирующую ситуацию, надо изъять осознание, зачем она была, и забрать оттуда энергетический ресурс. Энергетический ресурс, который будет давить на изменение погоды и говорить: забери меня, ты не завершил ситуацию, ее надо завершить, закрыть, изъять и удалить. И после этого в теле не остается отпечатка, и после этого вот эти вот травмирующие вещи не болят. Так вот, господа, но это так сложно на самом деле отыскивать причинно-следственную связь, завязку ее с тем, как это проявилось в жизни. Это на самом деле разбирать вот паутину. И зачастую человеку очень сложно, и зачастую многие вещи ему самому найти нереально. Поэтому я сегодня предлагаю рассмотреть один вариант на реальном примере. На самом деле в моей жизни я уже встречала неоднократно такие проявления в жизни. И сегодня я беру просто шаблон, и по этому шаблону мы рассмотрим, как что происходит в подсознании и что делает бессознательно для того, чтобы вы понимали, уже головой понимали, как с этим работать, потому что страхи на тему подсознания, экстрасенсов и так далее просто на сегодняшний день у людей доходят до уровня олигофрении. Смотрите, ситуация. В сегодняшний день человек лежит больной. Не может вставать там, не может говорить, не может двигаться. Врачи от него уже отказываются. Ну, поддержать и отправить на тот свет можно, да? Для того, чтобы уход был достойным. У нас даже есть целая система вспоможения в таком случае.
Но дело в том, что если бы Бог хотел забрать человека, он бы забрал его сразу. Но почему-то же человека он сразу не забирает. Значит, он есть какие-то моменты внутри, которые еще выбор окончательный у человека не сделан. Да? То есть человек не собирается еще до конца инкарнировать. У него есть еще время, у него есть еще ресурс на то, чтобы играть дальше в игру под названием «Жизнь». И ее можно играть тихонько умирая, а можно приложить усилия для того, чтобы что-то изменить. Но в любом случае у этой болезни, которая привела человека к лежачему состоянию, был момент спусковой. Спусковым моментом, как правило, является либо жизненная ситуация, либо травма физическая, ДТП, там еще что-то, либо вот какой-то момент психический, который привел к запуску механизма заболевания. Если вы возьмете, например, людей, болеющих онкологией, то, как правило, психотерапевты спрашивают, а что у вас было за год, за два до того, как обнаружили это заболевание? Если вы возьмете ребенка, например, у которого падает зрение, то врач, офтальмолог, грамотный офтальмолог, всегда спросит, а что было у ребенка за месяц, за два до того, как у него начало падать зрение? То есть обязательно была какая-то травмирующая ситуация. В этой травмирующей ситуации, как правило, были игроки. И были участники, и это не один человек. То есть мы играем группами, нормально так играем. Были мамы, папы, дедушки, бабушки, жены, мужья там и так далее. Целая такая клака. Дело в том, что если ситуация действительно ключевая, да, если она действительно в эту жизнь пришла, ворвалась как тяжелый недуг, то значит она была запрограммирована еще до прихода в эту жизнь. Это значит, в пространстве, в причинно-следственных связях была причинно-следственная связь, которая говорила, вот есть запрос на обучение тому-то, тому-то, либо на трансформацию человека, на повышение вибрации человека, в любом случае на развитие человека, да, есть запрос. И тут же подтянулись души, добрые души, которые имеют аналогичные запросы, которые сказали, давайте мы вместе сыграем вот в эту игру. Я, конечно, утрирую, но это все происходит механически в цифровом коде, но интерпретировать это можно примерно так. Вот эти добрые души заключили между собой договор. И он говорит, что вот в такой-то период времени создастся такая-то ситуация, и в этой ситуации мы сыграем. Я буду играть, например, роль твоей жены, плохой жены, да, которая придет тебя, там, всю недвижимость твою заберет, еще там кучу материальных вопросов тебе ставит, а ты будешь страдать. И вот результатом твоих страданий будет то, что твое тело отреагирует таким-то образом, и тебя там парализует, и ты не сможешь ходить, да. И человек начинает играть вот в дальнейшем, когда приходит время Ч, точка отсчета, в бессознательном все эти контракты заключаются, господа, из большой любви на развитие. Приходит время, человек играет вот в эту ситуацию, и вот уже имущество разделили, вот уже парализация наступила, и дальше приходит время, да, время следующей. Формирование причинно-следственной связи. И это очень важный момент, потому что если в это время, например, тот же самый целитель или врач прямым образом вмешается в ситуацию, типа помочь, да, то эта помощь закончится тем, что ситуация не будет доведена до конца. И, как правило, бессознательное не дает вмешиваться, то есть в таком случае либо целитель скоропостижно отправляется на тот свет, нечего лезть на оголенные провода, да, либо-либо, тут всегда есть варианты, потому что уже ситуация в разгаре, уже энергия идет, уже ток течет, и дальше формируется следующий пучок на следующую жизнь и на эту жизнь, да, следующая почка на развитие осознанности человека. Либо человек здесь и сейчас находит в себе ресурс трансформировать зло, обиду, вину, негодование, все, что он сейчас поместил в свое тело и что влияет на парализацию, да, человека, например, вот, либо на онкологию, либо-либо заболевания можете наложить разные, все зависит от стрессовых нагрузок и распределения их. У человека получается момент такой, когда ему надо осознать, чему учит его эта ситуация, и трансформировать вот эти все низкочастотные энергии в высокочастотные, в любовь и благодарность.
Момент, когда он переварит и трансформирует негатив в позитив. Для Бога нет негатива и позитива. Есть другие частотные состояния. Он трансформирует низкочастотное состояние в высокочастотное состояние. Все, ток пошел, энергия пошла, ресурс в тело пошел. И с этим можно уже работать. И физическое тело тогда будет иметь варианты для самовосстановления. Но понимаете, у нас в жизни не одна такая ситуация. У нас их тысячи, да? И каждую вот эту вот ситуацию имеет смысл трансформировать. Даже если вы еще здоровый человек, и у вас ничего такого не развилось, то имеет смысл сразу по ходу извлекать уроки, трансформировать в позитив и отпускать. Зачем это все в себе накапливать? Чем больше в себе накопили, тем больше в себе носите. Но понимаете, тут, если бы было все так просто, было бы вообще идеально. Это ключевое, это 80% работы. Это 80% работы на успех. Не сделав этого, ни один целитель не вылечит вас. Ни один врач не вылечит вас. Эффект плацебо будет замедлен, и любые лекарства на вас будут действовать не так, как хотелось бы. Да? Когда вы это проделаете, вот обратите внимание, даже лекарства есть. Одному человеку даешь таблетку, она на него действует, на второго не действует. Да? У одного от нее положительная динамика, а у другого рвота и понос. Понимаете, все в нашей голове, все в нашей психике. Если цепляется вот эта внутренняя подоснова, эту подоснову надо убрать. Но не все так просто. Дело в том, что причинно-следственная связь, такие, если по жесткачу идут заболевания, они, как правило, идут из предыдущих инкарнаций. Иногда и из этих же, да, иногда и из этих же. Но травмирующая ситуация всегда лежит в нашей текущей инкарнации. А предситуация, та, которая служила заключению вот этого контракта на игру, она может находиться в другой жизни и заключается уже перед формированием вот этой жизни непосредственно. Так вот, информация об этих ситуациях находится у нас в теле на уровне метильных меток в ДНК. В перинатальный период она прописывается у нас. Все вот эти игры, которые идут на игру уже у нас сформированными, да, они на нашу жизнь, они заложены в нас в перинатальный период. И в это вот время имеет смысл вот параллельно с отработкой моментов по трансформации негатива в позитив параллельно провести работу по затиранию вот этих информационных меток. Наверное, это самая сложная работа, но если она прошла успешно, да, то у человека по-любому будет позитивная динамика. То есть это работа с инстинктивными реакциями, и на уровне инстинктов, если прошло затирание и вот эта информация была заменена, да, то у человека будет временное улучшение, временный скачок. Там он может, получится у него встать, у него там вдруг проявятся какие-то кардинальные временные улучшения. И вы знаете, когда целители приходят работать со своими пациентами, или там энерготерапевты, или там акупунктурщики, или еще кто-то, когда они попадают вот в эти вот моменты, когда задеваются моменты перинатального периода, вот, и информация как бы в теле затирается, да, иногда человек не всегда технику знает, но у него получается это сделать совместно при совместной работе с человеком, иногда целенаправленно, но когда получается затереть вот эту информацию, у человека идут временные улучшения. Так вот, временные улучшения будут временными, если вы не сольете вот этот навозный бак, о котором я говорила. Ситуационно не изнимите осознание, не простите и не отпустите. Сейчас я говорю о прощении, потому что 90% ситуации лежит в плоскости прощений другого человека либо себя. Два варианта. Мы прощаем и того, и того. Каким образом прощать и каким образом отпускать эти ситуации, разворачивать эти клубки? Я знаю, что вещи эти не всегда приятные. Самое простое – это личная встреча в жизни, когда друг другу говоришь «прости» и объясняешься. Когда 2-3 часа проговорив с человеком, обнявшись и поплакав, вы имеете энергетический выхлоп такой и проявление в жизни позитивное такое, которое вы не ожидаете. Это выгодно всем сторонам, участникам конфликта. В конфликтах, как правило, не два человека. Добавляются мамы, папы, бабушки. И не всегда знаешь, возможно, именно мама
является основой клубка, который сформировала бессознательное, а не тот, кто лежит больной. Возможно, в ней основная причина, но искать в данном случае не имеет смысла. Имеет смысл, чтобы весь клубок отработал прощение, господа, без этого никуда. Без этого никуда, как ни киньтесь, я не знаю, как донести это до людей еще. Вот, потому что, когда начинаешь общаться, человек, это ерунда, я простила, отпустила. И сидит в своем говне, идите и помойтесь, пожалуйста. Но если вам это не надо, можете не ходить, не мыться, инкарнировать. Этот клубок сформируется на следующую жизнь. В следующей жизни вы будете херячить друг друга в обратную сторону. В эту сторону один лежит в этой жизни, в другой жизни будет другой лежать. Почитайте Эдгара Кейси, там тоже у него много интересных моментов написано. Это все из вот этих же клубков, из одного и того же, да, соткано. Поэтому, на самом деле, когда смотришь на это, вот мне иногда весело на это смотреть, хотя не всегда понимают, говорят, как же человек страдает. А понимаете, у меня иногда возникает впечатление, так, наверное, этот мир сошел с ума. Кто здесь сумасшедший? Вы посмотрите, что вы творите, люди. Вы хотя бы на минуту задумайтесь. Вы возьмите, что было 100 лет назад, потом тогда херячили друг друга, инкарнировали, через 100 лет запустили точно такую же игру, только уже на понтах с Роллс-Ройсами. Ребята, ну, игра от этого не поменялась. Круг сансары от этого не изменился. Илон Маск на Марс собирается, а здесь в тюрьму играем. А там вот в это играем. У каждого своя игра, понимаете? Но когда вы начинаете видеть игру целиком, да, вы можете видеть, что вы можете разомкнуть этот круг сансары и играть в другой круг. Но для того, чтобы разомкнуть, надо простить и отпустить. И причем не на уровне одного человека, а на уровне вот этого клубка, который играет вот в эту конкретную игру. И кроме инструмента радикального прощения, на сегодняшний день не надо его присваивать Колину Типпингу на самом деле. Просто он грамотно задал вопросы по пунктикам, вот вообще для дебила. Полностью пунктик за пунктиком прошел, и результат гарантирован. А если у вас есть логика, то вы понимаете, что вы можете то же самое сделать сами, да, без всяких пунктиков. Что для этого надо? На самом деле, если вас что-то цепляет, да, вам больно, либо вы больны, либо у вас всплывает в голове какая-то история, ситуация, воспоминание, но она имеет отражение у вас на чувственном, эмоциональном уровне или на уровне ощущений в теле, то имеет смысл взять листик бумаги, ручку и начать писать. Это наша волшебная палочка. И начать писать. Вся техника сводится к тому, что вы пишете на бумагу, что вы чувствуете, когда вам больно. Вы просто пишете, у вас всплывает ситуация, вы вспоминаете там эту дрянь, которая вашу жизнь ворвалась зачем-то, зацепила и уволокла ее в негатив. И сломала вам всю жизнь, испортила все здоровье, уложила вас нахрен в этот вот на диван или в постель. И вы теперь такой инвалид, двигаться не можете. Вспоминаете эту дрянь и пишите все, что вы чувствуете. Все, что вы чувствуете. Вы имеете право, вы признаете свое право на то, что вы имеете право чувствовать злость, обиду, вину. Вы хотите разодрать ее, как жабу. Вы хотите ударить ее сковородкой. Вы хотите ее сжечь на костре, сбросив ее лягушачью шкурку. Или все, что угодно, все, что вам идет в голову, вы пишете. Вы имеете право чувствовать. После того, как вы написали то, что вы имеете право чувствовать и признали за собой это право, вы задаете себе следующий вопрос. А что хорошего было в этой дряни? Для чего-то ж она ворвалась в мою жизнь, и каким-то же образом я отреагировала на нее, да? Зачем-то она пришла, что-то меня зацепило. Ведь не сразу же она пришла, такая тигра на меня, да? В ней было что-то хорошее. Давайте мы опишем это хорошее. Что вам понравилось в этом человеке, что зацепило, что привлекло ваше внимание? И вы пишете это, вы тоже это пишете. Дальше вы задаете себе вопрос, а зачем вообще этот человек врывался в вашу жизнь? Чему он вас научил? Как он вас изменил? Что в вашей жизни изменилось с этим человеком?
И вы отвечаете себе на эти вопросы, вы снова пишете. И если у вас приходят в голову другие вопросы, вы на них тоже отвечаете письменно. Я говорю общие фразы, а у вас, когда вы входите в поток, который идет из вас, а это будет из вас поток, то вы пишете все, что вам приходит в голову. Вы пишете, описываете, вы признаете, что имеете право чувствовать, вы признаете, что имеете право это все проживать и выводить из себя. Вы сейчас выводите это все из себя на бумагу, да? И потом, когда вы задаете вопрос, а что же было хорошего в этой душе? Вы вспоминаете, что все-таки у вас был когда-то договор на эту игру. А зачем вы договаривались? Чему вы друг друга собирались научить? И, может быть, имеет смысл благодарным быть этому человеку. И вдруг, возможно, у вас проснется чувство любви к этому человеку. Цель – писать до тех пор, пока вы не войдете в состояние любви и благодарности к этому человеку. Вы пишете до тех пор, пока вы не войдете в состояние любви и благодарности к этому человеку. Еще раз. Вы пишете все на бумагу, задаете себе вопросы, вспоминаете, извлекаете уроки, вспоминаете позитивное, чему вас научили, до тех пор, пока вы не войдете в состояние любви и благодарности к этому человеку. Три раза сказала, думаю, наверное, хватит. В общем, после того, как вы перенесли на бумагу, и внизу вы уже испытываете чувство любви и благодарности к этому человеку, после этого вы благодарите Бога за то, что Он вам послал такой великолепный жизненный урок. После этого вы обращаетесь к Богу с просьбой. К Богу это не значит, надо ставить возле себя икону. К Богу это значит обращаться вовнутрь себя, к своему внутреннему свету. Если вам легче, можете к солнцу, к лампочке, к чему угодно, к любому предмету в комнате. Все, есть Бог, и вы в том числе. Вы обращаетесь к Богу и говорите: «Бог, давай завершим эту ситуацию. Я изымаю все уроки и хочу ее закончить наилучшим и наивысшим образом для меня и для всех участников этой игры. Верни мне мою энергию, которую я сокрыл там, а энергию участников им». После этого вот эти листики вы идете и сжигаете. Когда вы сжигаете и горит огонь, вы обращаетесь к стихии огня и говорите: «Огонь, принеси мне назад мою энергию, очищенную, высокочастотную назад, энергию участников им назад». И может так случиться, что даже если вы не общались с человеком, он вам вдруг решит в течение получаса позвонить. Правильно, он сейчас отхватил кусок ресурса, который к нему прилетел, который постучался в его подсознание и говорит: «Слышишь, а ты завершать свои уроки будешь или нет? Или тебе на инкарнацию запустим с другими участниками?» Понимаете, да? Все равно клубок вьется, причинно-следственные связи все равно выстраиваются, все равно этот клубочек будет работать, но у вас появился шанс выйти из этого круга сансары, перейти в другую игру и не играть больше в игру «я болен», «я парализован» и так далее. На восстановление тела всегда нужен ресурс. Конечно, потребуется время, конечно, потребуются какие-то практики, конечно, потребуется еще промывание мозгов и так далее, но у вас появится шанс на жизнь. Так вот, оказывается, одного листика на одного человека и на одну ситуацию недостаточно. Вот реально мой опыт показывает, что у человека произошли крутые изменения на 22-м листике, 22-м, на одну и ту же ситуацию. Есть люди, у которых происходили изменения после 50 листиков. Представляете, сколько говна было внутри, да? Сколько обиды, ненависти, злости, непрощения, мелких ситуаций, мелкого всего, что человек не мог вывести, и он носил это в себе и считал это нормальным, да? И вот понимаете, когда мы говорим вот о такой нормальности человека, нормально запихнуть в себя обиду, нормально манипулировать другим человеком, нормально довести свое тело до состояния лежачего, да? И ждать, нормально ждать, что придет и кто-то за тебя
у тебя из башки это достанет. Это нормально, да? Это в нашем обществе нормально. Вот когда смотришь на вот эту нормальность, да, вспоминается суфийская притча. Суфийская притча про отравленный дождь, наверное, знаете. Было такое селение, где был мудрый-мудрый старец, который сказал: господа, пройдет отравленный дождь, и все селение сойдет с ума. Давайте мы приготовим резервуары с водой и не будем пить вот воду после отравленного дождя. Но люди ленивое создание, они не заготовили воды. Только вот этот мудрец, он заготовил резервуар. Когда прошел отравленный дождь, все селение сошло с ума. И он ходил и говорил: люди, смотрите, что вы делаете? Так же нельзя себя вести, это же сумасшествие. Но все селение смеялось и говорило, что это он сошел с ума, потому что он не такой, как все. С горя старец вынужден был напиться отравленной воды, чтобы соответствовать социуму. Так вот, господа, когда я смотрю на нашу систему ценностей и убеждений, принятую в нашем обществе, мне тоже иногда кажется, да кто же напился отравленной воды, если у нас такие представления. Итак, технику я дала. Если вы хотите жить, если вы хотите изменять свою жизнь, то так или иначе вам придется расчищать свои загашники самостоятельно. Не самостоятельно, с помощью других людей имеет смысл сделать разрыв причинно-следственных связей на уровне формирования игры на эту жизнь, то есть в перинатальный период, там, где есть метки. Все остальное можно сделать самостоятельно. Терпение и труд, все перетрут, господа. Это ваша жизнь. Вы ее довели до такого состояния, вам ее исправлять. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья.